Добрый день, уважаемые коллеги трейдеры. Рад всех приветствовать после длительного перерыва, связанного с тем, что я умудрился подцепить ковид, но сейчас уже все хорошо, поэтому мы возвращаемся с нашими еженедельными обзорами. С вами компания Amarkets, меня зовут Виктор Паньков. И давайте посмотрим, какие ситуации на рынке у нас возможны в ближайшее время. Для начала, наверное, подведем небольшой итог. Почти 3 недели назад мы с вами делали прогноз, и можно сказать, что прогноз наш по большей части сейчас оправдался. Практически на 90% все произошло по тем сценариям, которые мы прогнозировали. И я надеюсь, что каждый из вас хотя бы немножко из этих сценариев для себя почерпнул, для того, чтобы заработать. Итак, ну теперь давайте к анализу. Индекс S&P 500. Как мы видим, у нас здесь явно продолжается восходящий тренд, несмотря на то, что была небольшая попытка сбросить индекс, тем не менее, затем он развернулся и пошел в восходящем направлении строго по нашему сценарию. Цели ближайшие в данный момент достигнуты. Это цель по структурному движению 43-49, но это еще не конец. Есть ближайшая циклическая цель в районе 43.88, 44.11, и мы будем рассчитывать на достижение данной цели в ближайшее время. По крайней мере, если судить по последнему восходящему движению, у нас произошел вчера отскок от уровня минимальной коррекции. Уровень глубокой коррекции пока не оттестирован, поэтому рассматриваем с текущих позиций восходящее движение. В случае, если все-таки мы уйдем с вами на более глубокую коррекцию, то здесь стоит ожидать возврата к уровню 43.07 и отсюда уже докупаться до ближайших циклических целей. После этого уже у нас возможны какие-то более глубокие коррекционные движения в рамках восходящего трендового канала к уровням 42.65. 42.16. Обратите внимание, что если мы будем обновлять максимум, то вот эти уровни, они будут, естественно, сдвигаться немножко выше. Далее, евро по отношению к доллару. Рассматривали мы с вами еще вот в этом месте нисходящее движение четко от нашего целевого диапазона. Как мы видим, улетели вниз, и на текущий момент профит составляет уже порядка 320 пунктов. Ну, я закрылся гораздо раньше, закрылся как раз вот в тот момент, когда у нас произошло резкое снижение, и поэтому сейчас немножко нахожусь пока что в анализе данной валютной пары для того, чтобы понять, куда же мы все-таки будем двигаться дальше. На текущий момент я вижу здесь следующее движение. Как вы видите, у нас был небольшой флетовый диапазон, который затем перерос в более мелкий флетовый диапазон. И сейчас мы находимся в рамках циклического разворотного диапазона. При этом мы оттестировали как краткосрочный диапазон, так и среднесрочный. Поэтому с текущих позиций у нас, несомненно, есть тенденция к тому, чтобы сходить наверх. Тем более, что есть цели по ликвидности, которые остались не оттестированы после вот этого коррекционного движения. Однако здесь есть еще один сценарий, о котором я не могу упомянуть. Это дальнейшее движение до котировки 1.17. Это движение, оно у нас обусловлено тем, что есть более конкретные среднесрочные цели, находящиеся гораздо ниже, чем тот диапазон, который мы сейчас с вами тестируем. Эти цели были вычислены с помощью сетки Fibonacci, поэтому в текущем нисходящем среднесрочном тренде, я полагаю, что вполне возможно, мы можем этих целей с вами достигнуть. Ну, даже если мы посмотрим по ближайшему структурному движению, то видим, что как раз вот этот последний срыв, коррекция и плюс-минус мы должны прийти в этот диапазон. Поэтому здесь я бы рекомендовал все-таки пока что поостеречься каких-то сделок. Давайте подождем, посмотрим, куда у нас пойдет цена, и после этого будем уже принимать решение. Сейчас мы находимся в узком флетовом диапазоне, амплитуда здесь, ну, 70 пунктов. Такая, скажем, небольшая и не маленькая. Но тем не менее, я все-таки рассчитываю на то, что мы, возможно, пробьем этот флетовый диапазон и уйдем вниз к уровню 1.17 ровно. А вот отсюда уже можно будет спокойно закупиться и отработать те цели, которые остались у нас вверху. Далее, фунт-доллар.
По фунт-доллару также мы с вами рассматривали нисходящее движение, и, как видим, прогноз наш также оправдался. Сейчас здесь ситуация следующая. Мы сделали коррекционное движение после очередной попытки снижения, и здесь видим, что пока что цена застряла между минимумами и максимумами локальными. Поэтому в данной ситуации я бы рекомендовал также не предпринимать каких-то особых резких действий, а подождать развязки. Развязка здесь у нас следующая. Смотрите, у нас есть среднесрочный цикл снижения, который мы еще пока не закончили. Целью здесь у нас является уровень 1.3667. И есть краткосрочный восходящий цикл, который также у нас остался незавершенным. То есть восходящую трехволновку мы не выполнили. Поэтому ключевыми уровнями для нас с вами будет являться уровень 1.3942, откуда мы будем пытаться продавать с целью достижения указанного ранее уровня 1.3667. Либо при снижении к уровню 1.3667 с текущих позиций здесь мы будем с вами покупать с целью отработать верхние зоны ликвидности. Вот такой сценарий мне видится наиболее вероятным по фунт-доллару. С текущих позиций я ничего предпринимать не буду. Вчера была у меня попытка отработать вот эти два уровня минимальной и глубокой коррекции по отношению к последнему восходящему движению, но попытка была неудачная. Сделку, к сожалению, выбила по стоп-лоссу, и сейчас, как мы видим, находимся в небольшом флете, поэтому здесь рекомендую подождать. Далее, доллар, японская иена. Здесь у нас ситуация следующая. Мы идем в восходящем трендовом канале. Насколько я помню, рассчитывали мы на то, что цена немного снизится, пробьет вниз трендовый канал, но тем не менее также рассматривали вероятность того, что мы продолжим движение в восходящем направлении. Честно, не помню уже, какой сценарий был здесь основным, но в любом случае мы видим, что цена ведет себя достаточно лояльно, ходит по тем размерностям, которые рисовала до этого, поэтому будем ожидать продолжения такого же приятного движения. Сейчас, исходя из той структуры, которую я наблюдаю, я вижу, что мы закрыли тот срыв цены, который был на прошлой неделе, и идем в восходящем направлении. Уровнями сопротивления здесь будут котировки 110, 934, 111, 218. От них, будьте внимательны, мы можем уйти ниже к нижней границе трендового канала, а можем даже уйти еще дальше, пробив трендовую линию до котировки 109, 721. Это будет наш основной сценарий, поскольку растем мы, ну, достаточно долго. Будем откровенны. Вот. И мы знаем характер движения доллара японской иены, что после некоторых таких вещей у нас бывают смены тренда. Поэтому сейчас, в принципе, вполне реально дождаться смены тренда, но для начала нужно немножко подрасти. То есть наиболее удачными котировками для принятия решения будут вот эти два уровня. Ну а затем уже будем смотреть по факту. Если же мы будем закрепляться выше уровня 111-220, то в этом случае, скорее всего, будет продолжено восходящее движение, поскольку здесь мы отработали неплохие структурные цели. Ну и в этом случае первой целью у нас будет это обновление локального максимума 111-654. Не очень большой потенциал, но тем не менее он вполне реален. Далее, доллар канадец. По доллар канадцу, как я и говорил, мы все-таки выполнили коррекционное движение. Было оно достаточно неплохим, таким бодреньким, видим. 35 пунктов мы прошли. 350 пунктов, прошу прощения. И сейчас у нас идея следующая. Пока что мы, как видим, застряли в небольшом флете. Причем флет этот, он тоже такой достаточно широкий, неприятный, но тем не менее. У нас есть ближайшая циклическая цель сверху и есть достигнутый диапазон ликвидности по вложенному дню. Поэтому в текущих позициях я вижу наиболее вероятный сценарий. Это небольшая коррекция к одному из уровней 1.24.11, 1.23.70 и после этого достижение
циклического диапазона. Это у нас цели 1.25. 1.25.25, 1.25.72. После того, как мы достигнем данных целей, здесь уже возможен разворот и движение в нисходящем направлении. Причем достижение данного циклического диапазона вполне возможно будет импульсным. То есть это будет некий сбор стоп-лоссов, которые образовались у нас за вот этим плэтовым накоплением. И после этого мы уйдем вниз на достижение нижних зон ликвидности. Это будет наш основной с вами сценарий. Движение в восходящем направлении выше данного диапазона я пока не рассматриваю. Посмотрим, что нам покажут сегодняшний протокол по денежно-кредитной политике, ну и в принципе текущая неделя. Итак, далее. Доллар-франк. По доллар-франку также рассматривали мы с вами восходящее движение. Как видим, все четко отработало. Космический просто потенциал получился. И здесь было несколько возможностей добавиться. Итак, сейчас чего нам ждать? Смотрите, мы с вами подросли, но верхние зоны ликвидности, которые были когда-то у нас не отработаны, они пока еще так и остаются не оттестированными. Поэтому с текущих позиций мы будем ожидать продолжения восходящего движения. Учитывая вот такой немножко флетовый, что ли, характер движения, вяленький, вполне возможно, что перед тем, как сходить наверх, мы немного спустимся к одному из ключевых уровней поддержки. Это 0.9123 и 0.9049. Но я бы на это сильно не рассчитывал. Все-таки доллар франк тоже такая импульсная валютная пара, поэтому с текущих позиций будем рассматривать основной сценарий, это достижение уровня 0.9298. Тем более, что мы видим здесь у нас сосредоточены некоторые стоп-лоссы участников, и вполне возможно, что рынок захочет за этими стоп-лоссами поохотиться. Поэтому ожидаем с текущих позиций движения в восходящем направлении. Циклически, если мы посмотрим структурно, то можем сходить еще и чуть-чуть повыше. Но это уже, так сказать, экстра цель. Для начала нам хотя бы нужно достигнуть котировки 0.9298. Далее, после достижения этого уровня, будем уже смотреть, но, скорее всего, будем заканчивать с лонговыми позициями и открывать позиции в шорт, поскольку дивергенция здесь у нас потихоньку нарастает. И если будет еще одна волна, это будет уже трехволновая дивергенция, и появится большая вероятность того, что можем сходить на коррекцию. То есть пока что по доллар-франку такой сценарий. Далее, австралиец-доллар. Австралиец у нас находится в фазе нисходящего движения. Пока что здесь у нас никаких изменений критических не произошло. Из тех флетовых накоплений мы благополучно вышли вниз. И сейчас у нас идея здесь следующая. По текущему циклу снижения мы можем еще свалиться вниз к уровню примерно 0.7321. И это будет наш наиболее вероятный сценарий, поскольку мы видим, ключевые уровни отрабатываются пока очень даже неплохо. То есть все коррекции, которые дает цена, они четко попадают под уровень минимальной или глубокой коррекции, и после этого цена послушно идет дальше в нужном нам направлении. Как видим, по отношению к последнему восходящему движению уровни поддержки были пробиты, поэтому здесь все-таки остается высокая вероятность продолжения нисходящего движения. Поэтому рассматриваем с текущих позиций движение вниз. По поводу потенциала движения, если ориентироваться на старший таймфрейм, я вам сказал, какой уровень, это 0.7321. Ну а если ориентироваться на младший таймфрейм, то ближайшей целью будет 0.7428. Здесь уже можно будет закрыть часть позиции и остальное перевести в безубыток. Наиболее удачной точкой входа будет являться либо пробой уровня 0.7480, либо, давайте посмотрим, либо котировки 0.7531, 0.7557. Это уровни минимальной и глубокой коррекции по отношению к последнему нисходящему движению.
По новозеландцу примерно похожая картинка, за маленьким исключением того, что все-таки австралиец у нас вроде как идет вниз, а новозеландец вроде как идет вверх с обновлением максимумов и подтяжкой минимумов. Поэтому здесь мы будем с вами также рассматривать основное движение в нисходящем направлении, но единственное, что меня здесь смущает, это то, что не были достигнуты циклические цели. То есть в отличие от австралийца, который неплохо сходил структурно в восходящем направлении и прекрасно оттестировал уровни сопротивления, здесь у нас уровни сопротивления не были оттестированы. То есть цикл, который шел в восходящем направлении, был неполным, несмотря на обновление максимума. Поэтому здесь вполне возможны какие-то сюрпризы по поводу выстрела вверх, и уже после того, как мы достигнем нашего циклического диапазона, здесь уже можно будет говорить о том, что мы пойдем в нисходящем направлении. Пока что здесь я не рассматриваю какие-то торговые идеи. Как вы видите, цена зависла между двух уровней поддержки, и объективно здесь пока что движения явного я не вижу. Конечно, ориентироваться я буду на нисходящее движение в сторону укрепления американского доллара и ослабления новозеландского доллара. 0,6852, 0,6890 наша ближайшая цель снизу, ну а ближайшая цель сверху это 0,7112, 0,7126. Золото. После долгого флэт, ну, кстати, по золоту также мы рассматривали с вами нисходящее движение, и получилось, опять же, великолепно. То есть, ну, после этого уже перешли во флэтовое движение, и сейчас потихоньку начинаем из него выбираться. Вот эта размерность, которую мы выполнили, она равна той размерности, которая была несколько дней назад, поэтому пока что золото ведет себя вполне адекватно, и с текущих позиций можно рассматривать восходящее движение. Здесь у нас по отношению ко всему вот этому восходящему движению есть два ключевых уровня поддержки 1786.72, 1772.96, и от них в случае снижения стоит рассматривать дальнейшее продолжение восходящего движения. Пока что все основные цели у нас остались именно сверху. Ближайший уровень 1815.15, более дальний диапазон 1855.90, 1864.70. Поэтому с текущих позиций мы будем рассматривать в средний срок исключительно восходящее движение. Надеюсь, что фундамент нам в этом поможет. Ну и плюс нам необходимо закрывать те срывы цены, которые образовались пару недель назад. Вот, поэтому по золоту основной сценарий это мы смотрим в лонг в случае снижения от указанных уровней покупаем. Серебро. Серебро, как мы с вами и говорили, сходило вниз, оттестировало нижние зоны ликвидности, даже достигло тех зон ликвидности, которые когда-то мы рисовали, но по некоторым причинам не достали. Однако здесь стоит обратить внимание, что мы не все зоны ликвидности оттестировали, то есть все-таки остались у нас еще некоторые зоны, до которых мы немножко не достали, буквально чуть-чуть. И сейчас здесь у нас двоякая ситуация получается. То есть, с одной стороны, мы знаем, что серебро ходит за золотом. Золото является основным драйвером. Но, тем не менее, сейчас здесь я вижу, что серебро имеет очень большие шансы свалиться вниз. Это нам подсказывает не только структурное движение, но и тот факт, что мы очень неплохо оттолкнулись от уровня минимальной коррекции по отношению к последнему нисходящему движению. То есть здесь буквально точечный вход был, к сожалению, я его проморгал. И при этом мы не совсем внятно оттестировали зоны поддержки, уровни поддержки. Поэтому вполне возможно, что с текущих позиций при тестировании уровня минимальной и глубокой коррекции по отношению к последнему нисходящему движению, а именно вот к этому, либо с текущих позиций, либо от уровня 26.50, мы уйдем на техническую коррекцию более глубокую вниз. И здесь у нас ориентиром будет диапазон 25.01-25.31. В случае, если мы будем двигаться дальше в восходящем направлении, то это может для нас означать,
что все-таки цена не намеревается идти вниз, а рассчитывает пойти дальше вверх к верхним неотработанным целям. Это 28.77, 28.89. Как это понять? Ну, очень просто. Как вы видите, у нас здесь было трехсоставное коррекционное движение с тестированием уровня. То есть, если мы продолжим дальше это движение, то размерность у нас с вами будет уже вот такая. То есть, мы по сути с вами придем в текущей волне как раз примерно плюс-минус к уровню сопротивления 27.32. И здесь уже можно будет поймать небольшой отскок. И если этот отскок не выйдет за рамки предыдущего коррекционного движения, то есть, грубо говоря, мы примерно спустимся до предыдущего уровня сопротивления, а затем развернемся и пойдем вверх, то это будет как раз для нас сигналом того, что тренд сменился на восходящий. Нефть марки Brent. Продолжается у нас восходящий тренд, несмотря на то, что вчера произошло, слили немножко у нас цены, сегодня цена потихоньку восстанавливается. Мы двигаемся к уровню сопротивления 75.36, следующий уровень сопротивления 76.16, и будьте внимательны. В текущем цикле снижения мы вполне с вами можем увидеть трехсоставное движение вниз, и в этом случае целью у нас будет уровень 71.87. После того, как достигнем этого уровня, здесь уже можно будет закупаться и ждать дальнейшего продолжения движения. Вчерашний срыв по большей части произошел из-за опасений того, что многие страны объявляют локдаун и вводят дополнительные ограничения. Но, тем не менее, все мы знаем, что рынок отходчив, и с учетом того, как он двигался до этого, то есть очень технично, как мы видим, составное движение было, ну, практически без погрешностей, то сейчас вполне возможно, что в течение следующих пары дней рынок восстановится и продолжит движение в том направлении, в котором он двигался ранее. По крайней мере, в отношении нефти никаких особых предпосылок к тому, что мы должны очень глубоко свалиться в данный момент нет. Поэтому будем придерживаться нашей доктрины, то есть ждем отскока. В случае снижения закупаемся от уровня 71.87. Ну а если все-таки цена пойдет проторговывать данные уровни и закрепляться выше котировки 76.16, то мы продолжим движение в восходящем направлении. Здесь, конечно же, стоит уже брать какие-то более среднесрочные цели, ну, например, 79.08, 79.77. То есть вот этот вот диапазончик мы с вами возьмем за основу. Ну и, в принципе, будем придерживаться достижения данного диапазона. Ну, как видим, если взять последние движение, то в принципе плюс-минус мы и должны прийти в этот диапазончик. То есть структурно нам цена подсказывает, что здесь есть какие-то цели по движению. Так, и доллар-рубль. По доллар-рублю мы наконец-то ушли в восходящем направлении. Долго мы ждали этого момента, но наконец-то он свершился. Причем здесь было несколько возможностей, откуда зайти в сделку. То есть либо это был пробой вот этого локального максимума, либо это была вот такая коррекционная волна, которая, как мы с вами видим, четко пришла в уровень глубокой коррекции. То есть от уровня глубокой коррекции вы могли легко закупиться и сейчас уже держать позицию в плюсе. Далее, чего ждать в ближайшее время? Ну, видим, что структурно также у нас цена, в принципе, неплохо себя ведет, выполняет стандартные движения. Поэтому ближайшая цель у нас будет с вами в районе 75.45, 75.67, 75.76. Отсюда уже возможны какие-то коррекционные движения в нисходящем направлении. Как видим, структурно
Есть у нас подтверждение по данному диапазончику. Здесь мы уже можем выйти на более глубокую коррекцию и затем продолжить движение вверх. Я все-таки отношусь к той категории людей, которые считают, что доллар дальше будет расти по отношению к российскому рублю, несмотря на то, что цены на нефть также продолжают двигаться в общем восходящем тренде. Поэтому буду придерживаться доктрины продажи российского рубля и покупки доллара. Ближайшую цель я вам озвучил, более дальняя, 77.42. Если же будет у нас цена снижаться, ближайший уровень, от которого стоит докупить инструмент 73.71, более дальний, если мы с вами будем рассматривать, то здесь уже стоит посмотреть вот на эту размерность. Это будет у нас уровень 74, ну 73.50 практически можно сказать. Если же цена будет опускаться еще ниже, то здесь мы уже будем отдельно рассматривать вот это последнее восходящее движение. И здесь, скорее всего, наиболее интересным уровнем для нас будет 73 ровно. Такие сценарии по рынку Форекс мне видится на ближайшее время. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Также напоминаю вам о том, что в связи с перерывом у нас продолжается набор на обучение. Поэтому, если у вас не пропало желание прокачать ваши навыки торговли на рынке Форекс по системе математики и уровни Фибоначчи, пожалуйста, оставляйте свои заявки или пишите мне в личку. Желаю вам хорошего дня, профита, всего доброго.